В Сургуте стартовало открытое первенство Югры по теннису среди спортсменов до 16 лет. На призы и звание чемпиона претендуют не только ребята из автономного округа, но и Тюмени, Рязани, Екатеринбурга. Дмитрий Круковец расскажет. Традиционно в чемпионате принимают участие Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Тюмень, Мегион и Сургут. На торжественной церемонии открытия право поднять флаг России предоставили пока еще прошлогоднему триумфатору соревнований из окружной столицы Валентину Милалксмису. Конечно же, хотелось бы победить здесь. Но в прошлом году легче было, потому что по 14 годам играл. Сейчас уже здесь по 16. Надеюсь, все-таки хорошо сыграть турнир. Соревнования будут идти до пятницы. Их поддерживает крупный городской застройщик «Сибпромстрой», который и предоставляет призы. За 5 лет существования турнир существенно вырос и вошел в календарь российского теннисного тура. Данный турнир 3-й категории. Это довольно-таки высокая категория турнира. Победитель получит определенное количество рейтинговых очков, что даст ему возможность, благодаря повышению своего рейтинга, участвовать в турнирах более высокой категории. Победитель открытого первенства Югры пополнит свой рейтинг на 260 очков. Высокие шансы у так называемых «сеянных спортсменов». Чем выше этот номер, тем сильнее теннисист. Сургутяне делают ставки на юношу из Ханты-Мансийска Никиту Морозова, у которого первый рейтинг на этом турнире. Первое место, скорее всего, займет первый сеянный Морозов Никита, так как у него есть больше всего побед и достижений в теннисе. Мы считаем, что турнир очень сильный, и приехало очень много хороших ребят. Помимо личного зачета у мужчин и у женщин состоятся соревнования в смешанном разряде. И тут свое дело играет игровая практика и выносливость. За счет первого можно переигрывать соперника у сетки или по периметру корта, а работоспособность позволяет восстановиться после непростого индивидуального турнира. А это приходит с опытом. Участвую в разных турнирах хороших категорий, достаточно высокий. Добирает до полуфинала, до четвертьфиналов в Москве, недавно в Оренбурге, в Ханты-Мансийске. Я нахожусь в нижней сетке, но планирую дойти хотя бы до четвертьфинала. В хорошем случае до полуфинала. Итоги турнира станут известны в пятницу вечером. Победители и призеры открытого первенства Югры получат весьма солидные очки, что даст им возможность выступать на соревнованиях с высоким рейтингом. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.